в общем-то, тщетные многочисленные попытки завести Ригу оказались тщетными. Скорее всего, есть подозрение, что и второй сальник ушел. Подозреваю, вот эти хлопки, что были в карбюраторе объединенной смеси, за то, что один сальник ушел, могли спокойно выдавить и второй сальник. Но тоже при вскрытии станет ясно. В общем-то, на данный момент с поездками тут по гаражу 74 километра. Дальнобой не прошел мой мопед Рига. На 53-м километре он сказал все. Дальше мы его дотянули до дома, я взял сальники. Отъехали от дома, вылетел трос переключения передач. Гаража сделали, но так он и не запустился. Карбюратор почистили, свечи проверили, искра слона убивает. Но жизни нет. Глубокое вскрытие покажет. В общем-то, так и закончился мегачеллендж для моей Риги. Она дальнобой не прошла. Хотя, как ни будет звучать удивительно, даже с тем порванным сальником, вот эти перебои в работе, они еще вчера начались. Но как-то не сильно придал значению. Свеча такая слегка коричневатая, бледно-серая. Это показатель бедной смеси. В итоге, как я уже вспомнил, уже потом. И, как ни странно, с этим порванным сальником мопед выехал на космическую объездную, проехал все, то мы его заглушили перед этим знаком поворот на Днепропетровск. Плохо как-то завелись, заехали на Олку, и все. Больше мопед жить не захотел. На шнурке дотянули, там скатились с горы немножко 3 километра. Дальше на шнурке притянули уже фактически сюда, вот в гараж. Роман, а вы как расскажете, что нам по поводу дальнобоя? Печально это, печально. Жалко, что не доехала. Жалко. Ну, благодаря тебе я доехал до гаража. Ну, хоть так. Да, ты меня дотянул. Ну, ничего. Первый у нас такой дальнобой в классе 50. Что, следующий получится? Я думаю, да. Следующий у нас официальный мега-челлендж осенний будет. Ну, я думаю, мы до этого там будут праздники. Проведем свой. Да, дальнобой какой-нибудь проведем незачетный. Ну, и так зачетный для себя. Ну, надеюсь, хоть в Саратове и Энгельсе больше народу доехало. Покорило Лоховскую гору. Передаем вам всем привет от Днепропетровской колонны. У нас сегодня было уже двое. Саша сегодня был занят. Передай привет народу. Привет. До встречи на форуме. Всем пока.